Активных йошкар-олинок поздравили с весенним праздником в городской администрации, где чествовали женщин, которые делают лучше, красивее и добрее столицу Мариэл. В числе гостей – педагоги, врачи, сотрудницы заводов, повара и мамы. Все они активно трудятся на благо Йошкар-Олы и ее жителей. Семья – гордость России. Тема праздничной встречи этого года. Среди тех, в адрес кого звучали слова благодарности, Ирина Юдина, главный хранитель и ведущий эксперт по истории столицы Мариэл. Работа у меня вообще замечательная. На самом деле я училась на преподавателя русского языка и литературы, и этот предмет преподавала в средней школе номер 28. Ну, когда-то она так называлась, потом лицей. Затем работала в детско-юношеском центре «Азимут». И вот сейчас уже больше 12 лет в Музее истории города Йошкар-Олы. Это замечательно, поскольку работа очень разнообразная. И встречаешься с разными людьми. Мне кажется, что если бы не музей, я, наверное, вот не испытала бы всего того в жизни, что есть у меня сейчас. Каждая из этих женщин вносит свой вклад, чтобы город становился лучше. Праздничный день им выразили благодарность. Мы собираем их для того, чтобы всем остальным показать вот пример того, как нужно жить, как нужно работать, как нужно приносить пользу, как нужно любить. Подобный торжественный прием Виктор Кузнецов провел уже в пятый раз. Он поблагодарил активисток за плодотворный труд на благо города и поздравил их с Международным женским днем.